Добрый вечер, друзья. Я сейчас снимаю заказ для Светланы. Давайте пройдемся. Слева направо покажу, что я уже сделала и какой подарок я Светлане приготовила. Так, смотрите. Коломнея Реймонди. Светлана, смотрите, все укоренилось, пошла в рост, молодые листочки. Тут даже есть зачатки. Что по поводу этой коломнеи могу сказать? Цвести начинает, как правило, формировать бутоны верхней части черенка. То есть вот здесь маловероятно ожидать бутонов, а вот в верхней части это точно. Ну, пока сложно сказать. Обычно она предпочитает этой коломнее набрать все-таки массы. Немножко массы предпочитает набрать. Видовая, кстати, коломнея. Так, дальше коломнея Сильвия. Вот здесь у нее три ростка от черенка. И посмотрите, тоже верхняя часть. Уже точно можно сказать, что у нее формируются бутоны. Здесь прям где-то уже такой явно наметившийся видела. Вот коломнея Сильвия. Великолепный гибрид, очень его люблю. Так, по порядку будем. В квадратном горшочке коломнея Аргута. Тоже уже еще летом посажена. Здесь у нее росточки идут. Новые, да, новые точно. Вот тут прямо сверху. Вот такая коломнея, я уже их показывала. Так, коломнея Линиарис. Вот такой уже кустик получился. Так, здесь она уже формирует бутоны. Это уже можно прям с уверенностью констатировать. Посмотрите, вон сверху такие початочки. Да, на двух росточках. На двух росточках Линиарис. Так. Ну и Светлана сказала, что она очень любит гибискусы. Я ей в подарок приготовила вот такой гибискус. У меня его еще нет ни в одном альбоме, но он живет. Этот сорт у меня живет уже второй год. И я... Все мне как-то не до него. Знаете, он такой скромняга. Тихонько себе растет. Цветет. Цветет, кстати, оранжевыми цветами. Я все как-то до него не доберусь. Посмотрите, он уже... Да, посажен он у меня... Ой, слушайте, я уже не помню, когда я его посадила. Но корневая уже. Вот видите, какая. И сам он уже такой подросший. Уже новые росточки. Видите, с каждой пазухи дает новые росточки. Но это при хорошем освещении он вот так прекрасно себя формирует. Значит, цветет очень красивыми оранжевыми цветами. Сорт называется... О боже, я забыла, представляете? Вот я говорю, что я его как-то все обходила стороной. О боже, как же он... Бангкок. О как, это сорт Бангкок. Я еще подпишу, точно посмотрю название. Это сорт Бангкок. Очень классный. Знаете, я люблю его просто за вот эти листья. Очень красивые. Очень красивые листья. Здесь вот не пугайтесь, а то он у меня обжегся об лампочку. Ну, уже прекрасно формируется. В общем, Светлана, надеюсь, вам этот подарок очень понравится. И весной вас обязательно порадуют своими красивыми блюдцами оранжевыми. Яркими. Можно, кстати, посмотреть в интернете, набрать сорт гибискус Бангкок и полюбоваться цветами пока на картинке. Но вот вживую, конечно, это очень красиво. Я пока еще не хвасталась своим. У меня, по-моему, их два растения растут в разных условиях. Я за ними наблюдаю, как они себя ведут. Я люблю, кстати, так делать. Кого-то помещать под лампы, кого-то на окно, смотреть, как кто зацветет,
кто как себя ведет, кто как лучше наращивает свои листочки, росточки. Ну все, друзья, всем спасибо за просмотр и до встречи на страницах моей группы и на моем канале Тайна Кими. Пока-пока.